Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, и сегодня тема лекции «Точка В62 оказывает огромнейшее влияние на спинной мозг». Спинной мозг, Google вам в помощь, анатомические учебники раскрывайте и смотрите, потому что если полностью описывать функцию спинного мозга, нам не хватит и часа этого видео, даже и двух часов. Почему? Потому что на сегодняшний день полностью функция спинного мозга не исследована. Но тем не менее, я вот в первой своей минуты сказал, что эта точка оказывает огромное влияние. Здесь бы хотелось подчеркнуть, уважаемые зрители, и сказать, что на спинной мозг мы сможем только тогда оказать огромное влияние, когда будем знать, как работает весь организм в целом. Здесь нужна, конечно, диагностика 12 меридианов, дабы сильно не воспалить спиной мозг и сильно не расслабить, а уж потом воздействовать на точку В62. Помните, что спиной мозг является что? Отделом центральной нервной системы. Если у человека есть заболевание отделов центральной нервной системы, то точка В62 Шаньмай вам в помощь. Но здесь я подчеркиваю, что нужна диагностика 12 меридианов, дабы знать, как воздействовать на данную точку. Тонизировать ее, либо расслаблять. Спасибо за внимание.